Всем доброго времени. Давайте мы сейчас сделаем такой небольшой расклад. Вот, ваше здоровье. Что там у вас по здоровью? Такой небольшой расклад. Напоминаю, что это общее, да? Информация, консультация, расклад. Поэтому за более личной консультацией можете обращаться ко мне на WhatsApp. А очень много болей. Болей в суставах идет у вас. Вы страдаете проблемами в суставах. Мышцы, суставы страдают. Вы чувствуете боли в руках, в ногах, в спине. Это банальный обычный остеохондроз. Артриты у вас есть. Возможно, кто-то вам скидывает. Очень сильно страдаете болезнями именно в суставах. Порчи именно на здоровье есть, они связаны с ногами, с руками. У вас выкручивают ноги, руки, вы страдаете просто. Вы страдаете болезнями ног, рук, болезнями суставов. У вас просто крутит, как будто, знаете, вот вы просто, возможно, даже кто-то принимал водные процедуры для того, чтобы помочь как-то себе. Да, опа. У кого-то может быть ремиссия рака, онкологии. Фу, блядь. Рак, онкология может у кого-то проявляться. Смотрите, проверьте кровь. Возможно, вы... Может, кто-то болел раком, да, онкологией. Может, у кого-то ремиссия, да, вот так вот. Может быть, допустим, кому-то онкологию вызвала беременность. Вот, здесь может быть такое... Смотрите, кто-то еще вам скидывает язвенные болезни, у кого-то могут быть прыщи на языке, во рту, это может быть психические болезни тоже есть, головные боли, мигрени вам тоже могут скидывать, вот почему-то вижу болезни, которые у вас проявляются, не из-за порчи. У кого-то была операция на пищевод. Ноги, руки, я же говорю, ноги, руки выкручивает, болит. Кто-то страдает бессонницей. У кого-то, допустим, эти болезни дал коронавирус, да, кто-то, может быть, переболел. Но тут в большей степени может быть еще, что все-таки какая-то парчевая тут система. Сейчас в большей степени вас беспокоит ноги, руки, суставы, выламывает. Скорее всего, порчу скидывают. Воспаленная у вас кровь. Может, у кого-то не имеют части тела. Части тела могут иметь. По-женски вам скидывают болезни. Вот если беременная женщина, допустим, меня смотрит, может быть синдром Дауна у ребенка. Тяжелые мысли у кого-то. Я вот говорю депрессия. Отливайте себе депрессию. У кого-то отсутствует, может быть, орган, допустим, желчный возьмем, да. Вам скидывают свои болезни враги. Ожирение вам скидывает враг. Алкоголизм враг скинул вам тоже. У кого-то может быть вечно забитый нос, и вам тяжело дышать. Вот знаете, как постоянно есть люди, которые ходят и прыскают нос. Вот это тоже вам могли скинуть. Постоянная аллергия глаз у вас. В глазах аллергия. Но опять же, расклад общий, не обязательно, что сейчас все эти болезни с вами совпадут, да. Тахикардия, аритмия сердца может быть. У кого-то брадикардия, сердце замедляется, да. У
у кого-то кожные заболевания. Но в большей степени, смотрите, ваша первая проблема, ну, она такая глобальная, последняя, да, такая вот, ну, как последняя, ну, да, пускай она будет для вас последней, больше вы никогда не встретите болезни в своей жизни, но... Обратите внимание на руки, ноги, которые у вас выкручивают, да, ночью. Это все порча. Вот видите, вам могут вот так вот сделать, вы будете просто такой ходить. Кто-то хочет, чтобы вы были инвалидом. Пытаются вам воздействовать на мозг, да? Чтобы вы... Знаешь, вот говорю, желчный пузырь. Ой! Мара-мара. Вот. У кого-то желчного пузыря может не быть. Марена упала. Все-таки я сделаю с ней расклад. Видимо, какое-то послание есть у нее. Обратила внимание на себя мое. Значит, сделаем. У кого-то выпадают волосы. Смотрите, опа, да. Если меня смотрят мужчины, ну, неважно. Тут по мужской линии, по женской линии враг может скидывать болезни, да. А вот. Ноги, ну, больше всего болят ноги, руки. Да, ноги, руки. Конечности болят у вас, да. Так. Суставы болят, колени, локти болят. Поэтому вот так вот. Скорее всего, да. А вот... Хроническая усталость, вам постоянно тяжело, постоянно ничего не можете сделать, да. Значит, это все враги. То есть, ну, я вот видите, вот я вижу вас, а у вас как будто, да, вот спина, и вам как будто колом по спине, да. Это может быть... Да, это враги. Имейте в виду. Все, на этом расклад я заканчиваю. За более личную консультацию обращайтесь ко мне на WhatsApp. Всем добра!